Многократный чемпион мира по тайскому боксу и звезда поединков по правилам кикбоксинга в разделе К1 Джабар Аскеров проводит свою очередную тренировку по улучшению выносливости и повышению физических возможностей своего организма в центре кроссфита «Армор». Совсем недавно знаменитый российский спортсмен приехал на свою малую родину, Республику Дагестан. С прошлого поединка, в котором Аскеров одержал победу техническим нокаутом, прошло уже больше месяца. Но как бы ни хотелось отдыхать нашему чемпиону, тренировки необходимо продолжать. Лежа на диване оставаться лучшим просто невозможно. То, что я получаю здесь, когда я прихожу сюда, мне не надо париться и думать о том, что мне нужно делать, потому что я прихожу сюда, и вот просто Али говорит, делаешь что, я как робот. Все выполняю, поэтому я себя чувствую очень легко и благодарен за теплый прием, который, допустим, так как я вот тренируюсь в Махачкале, мне надо здесь тренироваться, поэтому вот этот мой приезд приурочен, просто скажем так, я пытаюсь войти в такую хорошую форму, набрать здесь удар грэпплинга, плюс еще функциональную тренировку свою поставить на хорошем уровне. Начало своей тренировки Джабар Аскеров начал с тщательной разминки. Затем спортсмен приступил к функциональному тренингу и взрывной выносливости. В боевых искусствах необходима как сила, так и скорость. Вторая часть тренировки – это грэпплинг. Защита от борьбы и работа в партере. Чемпиону мира по тайскому боксу все перечисленное необходимо по одной причине. Аскеров планирует серьезно взяться за смешанное единоборство. Одним кикбоксингом и тайским боксом тут не обойтись. Надо быть готовым, а самое главное, защищенным от всего, что может произойти в октагоне. Бой, возможно, в этом промежутке за это лето, за 2 месяца, ну, май-июнь, что-нибудь появится. И хочется себя попробовать в мэй-бою новом, да, после таких, скажем, оснащенных тренировок. Хочется посмотреть результат, хочу посмотреть на все это. Самому интересно очень. Камиль Девятов, Хачбар Магомедов, Новости 24, Махачкала.